Сегодня перед игрой ты сказал, что у вас очень сложно выиграть дома. За счет чего? За счет чего получилось сегодня выиграть? Ключи к успеху к сегодняшнему? У нас хорошая система. Система игры в обороне. И все знают, что делать. И хорошо играем в средней зоне. Тяжело пройти в среднюю зону, не забросить шайбу. Хендрик хорошо сыграл сегодня. И вообще, если есть моменты вратари потаскивают, выигрываем пока. Все хорошо, забиваем много. Ты сегодня сыграл в большинстве несколько раз, а видно было, что тебя твои же товарищи по команде поддерживали, подбадривали и так далее. Насколько это было для тебя это мотивировало? Да, конечно, не могу забить уже сколько моментов, много. Забить не могу, настораживает, напрягает. Партнеры видят, что нервничаю и подбадривают. Как говорится, первый гол, он трудный самый. В Питере не мог долго забить. Адаптация, наверное, не знаю. Спасибо партнерам. Бывает на бросок, но не знаю, не получается все. Говоря об адаптации, ты сильно поменял? Много чего поменял по сравнению с тем, как раньше играл? Ну, стараюсь пока проще играть. Боюсь ошибиться где-то, что где-то в обыгрыш лишний раз не пойдешь, просто закинешь. Проще играешь просто все. Тренер что-то говорит, может быть, уделяет чему-то особое внимание, от тебя что-то требует конкретно? Да я думаю, просто от молодого требует, чтобы лучше играл в обороне и все. Не косячил в обороне, а там в атаке мне уж особо так ничего не говорят. Так подсказывают мелкие моменты, где там лучше как сделать. Подбадривают, подсказывают, понимают, что другой хоккей чуть и помогают адаптироваться. Все равно они давно уже в лиге, понимают, что как лучше сделать. Смотрю на партнеров тоже. Смотрю видео после игры, свои смены, там чужие смены. Учусь тоже. Надеюсь, скоро голы придут. Последний вопрос. Я спрашивал уже, как в быту, а с английским справляешься, нет? Может быть, это немного расслабляет? Немного, нет? Ну, я понимаю, но не все, как бы процентов где-то 60 понимаю. Но некоторые сленговые слова тяжело, там кто-то там, если что-то мне пытаются, если, ну, объясняют, если, не, ну, спрашивают, ты понял, я говорю, так, соу-соу, и они берут планшет, объясняют, что мне надо сделать. Так, хоккейные термины не так сложно понять. А так уже в жизни там шутки мне пока тяжело понять.